День знаний волнителен для многих. К нему готовятся учителя, перед ним хлопочут и суетятся родители. А школьники от переживаний могут не спать всю ночь. И тем не менее, настроение в этот день у всех по-настоящему праздничное. Настроение суперское. Школа 1 сентября. Но никто в этот день не волнуется так сильно, как первоклассники. В Зареченской школе их 116. У ребят начинается совершенно другая жизнь. Жизнь, полная новых знаний, открытий и знакомств. Несмотря на все это, первоклассники держатся достойно и своим решительным видом доказывают, что теперь они взрослые. Давно ожидали мы этого часа, когда на крылечко высокое это войдем мы, ребята, из первого класса со словом своим и сердечным приветом. Я скажу вам по секрету, есть в районе много школ, но горжусь тем, что в Заречье обучаться я пришел. Одинцовскую школу номер 17 по праву можно считать одной из самых больших в России. В этом году сюда было принято рекордное количество детей – 1700 человек. В этом учебном году мы набрали 9 первых классов. И, конечно, первых, кого я хочу поприветствовать на нашем празднике, это наших самых юных учеников – дорогих первоклассников, я желаю вам успехов и первых школьных побед. Ученики 9 первых классов в нарядных костюмах гордо стоят, выпрямив спины, и держат в руках красивые букеты цветов. Поздравить детей и родителей с началом нового учебного года приехал глава города Одинцова Александр Гусев. Алексей Викторович сказал, что это особенная школа. На самом деле это самая большая школа района. И, наверное, одна из самых больших школ области. Вы еще очень молодые, но тот педагогический коллектив, который сегодня создан Алексеем Викторовичем, уже может решать большие задачи. Концертные номера сменяли друг друга, и каждый из них сопровождался шквалом аплодисментов. Новоявленные школьники к подготовке выступлений отнеслись со всей серьезностью и ответственностью. Крепко сжимая микрофоны, читали стихотворения о прекрасных и насыщенных школьных годах, которые у них только впереди. Меня в школу провожали, бабушка вздыхала. Говорит, что ее жизнь спокойная пропала. Вот и наступил самый трогательный момент линейки. Милая первоклассница выполнила отведенную ей важную миссию – дала старт новому учебному году. Для 280 ребят прозвенел первый школьный звонок, и в сопровождении своих классных руководителей новоиспеченные ученики отправились покорять вершины по дороге к знаниям. Мила Тарасевич, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».